away from me. Why should I trust you? Because right now, I'm your best chance of staying alive. Что такое кулуарчик? А я вы думаете, вижу так... лыжников. Я вижу лыжников. Привет всем. Так получилось, что хороший прогноз на фрирайд этой зимой припал на австрийский курорт Зольда, где в 2014 году
снимался фильм про агента британской разведки Джеймса Бонда. Катались на локациях, где снималась сцена в горах 24-го фильма «Элемент 007». И попали на бетонную базу и в ресторан, построенный специально для съемок. Роль Бонда в четвертый раз сыграл Даниэль Крейг. Общий бюджет фильма – 245 миллионов, из которых 34 миллиона ушло на 6-минутную сцену в австрийских горах. Собрал же фильм в прокате 880 миллионов, то есть заработал 635 миллионов прибыли. Готовился фильм и локации в течение 2 лет. Задействовано было 47 компаний из 16 стран. Были построены 3D-модели всех локаций и просчитан каждый сантиметр движения техники и объектов съемки. Снимался фильм в течение 7 месяцев и вышел в 2015 году. Сцена в австрийском Зёльдене была самой дорогой в фильме, ну и, конечно, самой зрелищной. Все объекты после съемок работают как ресторан и музей для привлечения туристов и дают доход до сих пор.